Уважаемые товарищи, митинг, посвященный 103-й годовщине Великой Октябрьской революции, объявляется открытым. Слово предоставляется первому секретарю Николаевского на Амуре городского комитета партии Российской коммунистической России КПРФ товарищу Войцеховскому Анатолию Павловичу. Сегодня, в этот солнечный день, местное отделение КПРФ открывает митинг, посвященный 103-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. С чем я вас и поздравляю. Что дала нам эта революция? Она нам дала нашу многонациональную родину, в которой мы родились. Это СССР. Что она сделала? Она дала нам бесплатную медицину, бесплатное образование. Сделала из сельскохозяйственной страны мощную индустриальную державу. Победила в Великой Отечественной войне. Послала первого космонавта в космос. Что сейчас представляет у нас наше время? Остались только одни руины этих завоеваний октября. Что мы видим в наших регионах? Отток населения с Дальнего Востока. Дальний Восток превратился в сырьевую базу для капиталистов и олигархов, западных инвесторов, которые забирают пакеты акций и забирают наше достояние, которое было завоевано нашими дедами, отцами. Очень обидно, что наш край полностью поработили эти буржуи-капиталисты. В конце своего выступления хотел бы призвать вас мирным путем завоевать власть и обеспечить тот порядок, который нам завещали отцы по социалистическим принципам. Да здравствует Великий Октябрь! Да здравствует Ленин! Да здравствует наша социалистическая родина! Слово предоставляется Полищук Евгению для прочтения стихотворения. На рубеже тысячелетий хочу сказать я вам, друзья, что прожитые нами годы вернуть назад не прочь бы я. Не потому, что был я молод и не давил от жизни груз, а потому, что жили с верой. Ведь был, я обращаюсь к вам стоит. Сегодня, к тем, кто ковал итог побед, желая здравствовать и помнить историю ушедших лет. Слово предоставляется Роману Зайцеву. Я хотел поговорить немножко о доверии. Почему вот стало возможным то, что произошло с нами здесь и сейчас? Ведь есть же лозунг испанских коммунистов. «Эль Пабло унида, гамас сера венсида». Пока мы едины, мы непобедимы. А что получается? Получается, что мы просто... Мы разрознены. У нас нету единства. Я бы хотел, чтобы вот мы посмотрели все друг на друга и увидали в каждом человеке своего брата, свою сестру, чтобы мы простили себя, простили всех вокруг и взялись за руки и вновь стали едины. Единый народ нельзя победить. Пока мы едины, мы непобедимы. Слово до поднебесья представляется Гёте Валентине Ивановне. Царь с царицей за столом, свита царская при нем. Разговор завел премьер, чем живет пенсионер? Стали думать наши сливки, чешут толстые загривки. Ведь морили так и сяк, да не выморить никак. Царь решил гонца послать, в чем там дело разузнать. Все узнать и доложить, как на пенсию. С праздником вас, товарищи! Я очень рад сегодня здесь присутствовать вместе с вами в этот великий день. Очень приятно, что в нашем городе есть люди, которые помнят, что такое СССР. Я сам родился в Советском Союзе, родился в 84 году. Я помню эти годы. Это были по-настоящему очень хорошие годы. Да, вы, наверное, все это помните. Когда дети не сидели за компьютерами дома, когда дети гуляли на улице, веселились допоздна, жгли костры, играли в квадрат. Никто никого не искал, никто никого не терял. Благие времена.
И видит Бог, что мы их вернем. И неважно, верит в это кто-то или не верит. Главное, что сердца наши этому верят. Мы полны сил, мы полны надежды, веры и любви. С праздником, товарищи! С праздником! Уважаемые товарищи, не забываем про дистанцию друг от друга. Слово предоставляется Семилетовой Людмиле Ивановне. Дорогие товарищи, я прочитаю, потому что память уже меня подводит. За 26 лет, при которых президентом у нас в основном во главе Путин, рост у нас всего на 26%. По 1% в год. Я изучала экономист, статистическая погрешность. Так что мы на одном месте. Не от того, что в Советском Союзе мы сделали, от того пошел рост, а от того, что мы разрушили, вот рост на 26% за 26 лет. Во время проведения митинга выступали многие товарищи-однопартийцы. Падают. Ниже прожиточного минимума живут у нас 19,9 миллиона. Митинг, посвященный 103-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, продолжался возложением венков и цветов к памятнику Владимира Ильича Ленина. Памятными наградами и памятными знаками. Юбилейной медалью ЦК ВЛКСМ и ЦК КПРФ награждается почетным орденом 100 лет Ленинскому комсомолу Налетов Игорь Петрович. Буду носить с гордостью. Друзья, Николаевск на Амуре шлет привет России.